что ж, друзья, всем привет! С вами Муза, вокалистка и лидер группы CyberSnake. Программа «Смотри Рок Онлайн» на CyberSnake TV. Я рада представить вам наших новых гостей. Это группа «Мнимые числа» из города Москва. Добрый вечер. По традиции, по не такой давней, начинаем с песни «Провода». Отлично. Прозвучала первая композиция. Погоним дальше новой песни «Линия протеста». Было что сказать о критик по своей природе, мне всегда было
пошли по тарманке. И на то, что будет гражданская позиция, да те, кому здесь мало места, вот мой манифест, вот моя линия протеста. Белки взяли здесь все время, бегая по кругу, все вокруг стремятся только обогнать друг друга. Офис, дом, работа, дача, тапочки, диван. Разве ты в мечтах таким же это представлял? Как можно так тупого белого в руки всю свою судьбу? Стоит справа или слева, добавлять с тобой толпу. Мы не раз идеологию, когда намного проще будет твоей чаще думать головой. Кто мне было что сказать, я критик по своей природе, мне всегда было и на то, что будет гражданская позиция, для тех, кому здесь мало места, вот мой манифест, вот моя линия протеста. Давай, Андрюша, мочкани! Следующая, опять же, новая композиция называется «Выйти за рамки». Ты и песни везде,
причинать и зачем-то. Так уж вышло, и мы никого жить не учим. И чужому не стать, ты свой мозг не представишь. Ты и гомы такие, чтобы мысли не мучить. Мозг не только тебе, сам границы поставил. Вот он, рецепт вечного счастья. Источник всех проблем, где безвестен уже весь лет. В нем написан не один трактат. Проблема здесь и вот, а по жизни горе от ума. Все время счастлив лишь и генерат. Рецепт вечного счастья очень прост и всем знаком. Поменьше думай головой, следи побольше языком. Твой разум самый свежий враг, прими как данность этот факт. Где нет мозгов, там радость и покой. We'll be right back.
бешеный ритм убегающей жизни. Если устанешь, сразу проглотит. Порви себя руки, собери свои мысли. Ты уже видишь, как время уходит. Люди в тебя просто так не поверят. Ты от них тоже не жди одобрения. Даже вот за спиной лицемерие. Точка зрения, как точка кипения. Принять выше головы. Я почти уже привык. Если вдруг застрял по ним, принять выше головы. Вот настал тяжелый миг. Когда надежды себе дует. Кончились силы, желание сдаться, бросить дела, наступает на горло, где-то упал и уже не полез. Жить уже как окончательно стерло. Ленин достал, только солнце рано. Кто-то другой вот так сможет. Сложные проблемы решаем сразу. Невозможные чуть позже. Прыгай выше головы. Я почти уже привык. Если вдруг застрял по ней, прыгай выше головы. Вот настал тяжелый миг. Когда надежды все мертвы. Выходи сегодня. Прыгай выше головы. Тенденция в парне, вот выступление даже вроде не особо так, да? Рубимся, все равно потею и мокну. Нет. Настоящие ценности для тех, кто завтра не пойдет на работу. We'll be right back.
то, что не вот, начал не делиться с ними. Не делится лена, но не суждено не пойти. Это то, что останется после того, как земля примет сам вокруг. Нужно с ними, кто выберет путь, тогда я еду поймет. Каждый поймет, каждый поймет, каждый поймет, каждый. Посвящается всем тем, кто у руля. Наши власти куча правящие, знати над нами, им нету дела до нас, но мы их выбрали сами. Наша церковь – коммерция в чистом виде, самолет для патриарха, чтобы сверху на всех вылил. Наши стыку добродажнее, не любым преступом физически забили. Наша культура, все на видео, в интернете, обтянув выды и больны. С рождения детям мы не мухи. Просто любим строить обид, любим, когда нас плюют. Мы не больны. Есть обычный главный фильм, с ним миллионы живут. Мы не привыкли думать своей головой. Нам нужно, чтобы кто-то думал за нас. Результат страны пимаков, идеология широких масс. Каждый род у нас излечит от любых болезней. Гипноз для народа, лекарства нету полезней. Профессор Жданов объяснит нам, как нужно жить. Мы узнаем, что нам есть, мы узнаем, что нам пить. Сатана просветит нас, что мы лучшие в мире. Мы отсутствуем цивилизации, весь мир породили. Мы просто более для чужих неразделенных амбиций. Мы жалеем себя вместо того, чтобы трудиться. Мы не тупые! Мы любим строить один, любим, когда нас приют. Мы не войны! Здесь обычные стабильности, с ним миллионы живут. Думай своей головой, нам нужно, чтобы кто-то думал за нас. Все наши мысли! Результат радости мозгов, идеология широких масс. Еще есть, пока не обрушились.
нет. Наверх и на ужин полетишь на Куай. Для утки своей купишь это загара. И не будет с утра никогда перегара. Ты сможешь построить даже дом на Луне, лишь бы только нет, не упала в цене. Все, что ты видишь вокруг, это нет. Все, что ты не знаешь, это нет. И деньги в твоем кошельке еще есть, пока не обрушит цены на нет. Следующая песня будет очень-очень старой. Это самая-самая первая наша песня. Была написана, наверное, написана очень давно. Сыграна нами больше 6 лет назад. Да, дед? Да, дед. Да, Декстер. Песня называется «Кончится лето». Почему же так не найти мне ответа на моем кармане? Денег снова нету, даже не хватает сигареты. Таскаю, и не меня раздражает. Кстати, о чем? Там продолжаем работу, шутка, сплошная пропаганда. Кстати, лето не сезон, но музыка. Скоро кончится лето, скоро кончится лето, скоро кончится лето, скоро. Музыки, подруга, это сильно. Хоть я считаю его довольно примитивом, я плевал на их мнение, плевал на их слово. То, что мы делаем, я считаю довольно крепко. Сбиваю лето, попадаю вот туда. Мука, где твою тупу на грамму. И ты песня ни о чем. Впрочем, про лето я отдохну на моем кармане. Денег лето скоро. Кончится лето скоро, скоро, скоро. Кончится лето скоро. Кончится лето скоро, скоро, скоро. Кончится лето скоро. Кончится лето скоро, скоро, скоро. Скоро!
свобода. Скоро кончится лето, солнце, скоро кончится лето, скоро кончится лето, скоро. Домой. Подача мест, которые знал бегу. Вот это вдаль домой. Отлично, мне не безразлично. Я колеса вдаль, но мне не жаль, я не чужой. Душа грохочет сталь, и тесто говорит домой. Отлично, мне не безразлично. 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 Я погружусь в место сладких снов. Резы шпалы унесут меня в весовый городок. На школе я проснусь, затру глаза и улыбнусь. Солнце светит мне в лице, я знаю, я домой вернусь. Отлично, мне не безразлично. Домой. Отлично, мне не безразлично. Домой. Отлично, мне не безразлично. Домой. Отлично, мне не безразлично. И следующую песню играем именно для тебя, телезритель. Да-да, для тебя. Современное меню. Компании или ты алкоголем, вот и пьющее название. Кирани, сумахи, такие шабашки, там уже друзья, вот я бабашка шикала. Поддержи на сегодня, тебе следует устать. Какая губа свой, не ложись спать. На вкус, конечно же, плевать, закон, а ведь красиво. Тинами, сумахи, тигринами, жопа, спина. Там у кутрителя, вот я бабашка, шипя нас. Вот все, что ты сегодня, тебе следует устать.
Я или буду в этот час такой тупой спасение. Звони подруге и пускай власти верты и задницу. Поджоги сами придут там шоколадницу. Ненавижу бахиток, ненавижу ваш вина. Забуду трясина, мотаба, ваша шоколад. Вот то, что на сегодня тебя следует узнать. Отдайте вы печальку, а то и ложись спать. Давайте напоследок вам шарахнем еще одну песенку. Называется «Гражданин мира». Петру тушение пожара, аварии и наводнение, революция в комнату мировой экономики, очередной обвал. Ваши жизни государства не поделили, между собой мои курили, и на место рождения и не протекал океан. Я гражданин, но не этого мира не хочу, как никто злобного мира, каждый человек, а никто ни державы не дал. Не мои государства, но моя планета, сколько нужно сил, чтобы рубить ответа. Война за ресурсы, влияние власти, границы. Войны, границы и капитал.